Очень посылаю по рядам бумажку для записи присутствующих. Также могу объявить, что у нас сейчас практически сформировалось расписание семинара почти до конца семестра. В следующий раз у нас Юрий Николаевич Орлов с кафедры высшей математики, кто был на вводном заседании, тот его видел, немножко расскажет про демографию, про математическую демографию, в первую очередь. Дальше на 7 октября у нас запланирован доклад Урнова с нашей кафедры, а также из ФИАНа «Невидимое солнце». Потом Ахмедов «Рождение и смерть черных дыр», он тоже у нас на кафедре работает и в ЭТЭФе. Потом на 21 октября «Перспектива контроля над стратегическими ядерными вооружениями после 2009 года», то есть после окончания срока действия договора СНВ. Это будет Мясников из Центра по изучению проблем разоружения энергетики и экологии при МФТИ. Есть такой у нас центр. На 28 октября Заблоцкий будет рассказывать про Центр коллективного пользования МФТИ в области нанотехнологий. 4 ноября среда пропадает. На ноябрь пока еще не определено, кто когда. Значит, предполагается Отоцкий, который расскажет про то, как в Чили перед Пиночетом Риовенды пытались с помощью информационных технологий управлять экономикой страны в целом. Причем управляли достаточно успешно. Создали систему Куберсин. И, как говорят, первое, что сделали пиночетовцы, это уничтожили компьютер в подвале президентского дворца. Значит, потом Салатов, это доктор технических наук с Долгопрудного научно-производственного предприятия. Все знают, на площади, где фонтан, выходит проходные. Вот это проходные завода, который является наследником дирижаблестроя, а сейчас делает зенитные ракеты. Было бы интересно послушать немножко о том, что это за разработки, чем они сейчас занимаются. В общем, понятно, что это тоже весьма высокотехнологическое учреждение. Там может быть много интересного. Я надеюсь, что еще Григорьев в нашей кафедре расскажет про такую идиотически звучащую штуку, как органические металлы. То есть органические вещества, которые с точки зрения электронных свойств, с точки зрения зон проводимости, ведут себя как металлы. На начало декабря у нас запланирован Олег Григорьевич Смолянов, профессор с МИХМАТа МГУ. Он еще не назвал тему. Это будет немножко позже ясно. Но вот пока совсем ничего не ясно, только про 9 декабря, кто и что будет. А в остальном, видите, план уже составлен. И еще хотел бы обратить внимание, что завтра, 24 сентября в 11:30, в Институте физпроблем будет первый семинар из цикла по квантовой физике. Владимир Иванович Манько с нашей кафедры будет рассказывать вот на такую тему. Запутанность состояний, коты Шрёдингера и нелокальность квантовой механики. Вот объявление об этом на всякий случай здесь лежит. Ответьте, пожалуйста, на этом я передаю слово докладчику. Так, ну вот я прочитал, что тема доклада о двух сторонах человеческого сознания. На самом деле, когда вот перед аудиторией я выступаю по какому-то поводу, я обычно предлагаю на выбор людям некий набор тем, какие они хотели бы выслушать. Ну давайте так же и поступлю. Значит, предлагаю вам на выбор три темы. Одна о двух сторонах человеческого сознания, вторая о последних тайнах Бермудского треугольника и третья о пользе вредных привычек. Этот эксперимент я уже проводил. И все люди всегда предлагали мне рассказывать о пользе вредных привычек. Дело в том, что когда люди из этих трех тем выбирали одну, то они не знали, что на самом деле я буду рассказывать всегда об одном и том же. Дело не в названии, а дело в сути того, о чем будет идти речь, понимаете? А речь будет идти о человеке.
Ну а вас? Тут написано, что основывается размышление на многолетних наблюдениях за поведением студентов физтеха в различных ситуациях, да? И я вот еще одно подтверждение получил тем свойствам, какими обладают студенты физтеха. Вот увидите, смотрите, в этой аудитории. Студенты физтеха любят, когда речь идет о них. Ну, то есть, или когда основывается размышление на тех наблюдениях, которые были над ними проведены. Короче, это хорошее качество. Ладно. Начну тогда дозволенные речи. Сколько времени? Полчаса? 30 минут? Полтора. Или сколько там? Там, сколько там может быть? 180 секунд, да? Мало. 180 секунд мало. Ну ладно. Короче, давайте начнем. Я буду... Ну, сначала давайте мы такие вещи очевидные скажем, что у всякого человека две половины мозга. Вы это знаете. Правая и левая, да? Ну вот на этом некоторое время я буду какие-то рассуждения свои строить. То есть этот тезис не вызывает у вас никаких сомнений. Вы это точно знаете, что это так, да? Теперь следующий тезис. Эти половины находятся в разных условиях. Одна правая, другая левая, да? Но не только в их положении суть. А дело в том, что вот, например, левая, левая, она управляет правой рукой, умеет читать, писать и говорить, и вообще занимается математическими способностями и способна брать неопределенные интегралы и все, что связано с математикой, теорфизикой там, и вот такими всякими науками. И мы можем ее условно назвать рациональной половиной, потому что она рассуждает, там, умеет, там, понимает, что хорошо, что плохо, и говорит человеку, что надо делать, чего делать не надо. А другая половина, правая, она... не умеет ни читать, ни писать, ни говорить, она умеет чувствовать. Она получает сигналы от внутренних органов, отвечает за их вот, работу ну, в таком глобальном масштабе, и поэтому обладает совсем другими свойствами, чем та половина, которую мы назвали рациональной. Вполне можно эту половину назвать эмоциональной. То есть в ней формируются эмоции. В принципе, если вы... вот что-то чувствуете, но не можете сказать, в чем дело и что это за чувство, ну, значит, они возникли в этой самой в правой половине, в эмоциональной. То есть что-то хочется, а вот чего непонятно. И вот из-за того, что эти две половины получают разные сигналы и живут в разных условиях, они, в принципе, совершенно разные. Но поскольку они находятся в одной черепной коробке, они взаимодействуют между собой. Через что? Ну, через так называемое мозолистое тело. Там есть такая структура, соединяющая эти два полушария, и она выглядит как мозоль на пятке, примерно так. Но она вот как раз пронизана какими-то связями, по этим связям идет общение и обмен информацией между этими половинами, и, короче, они не каждая сама по себе живет. Ну, что можно сказать о свойствах этих половин? Они умеют вырабатывать импульс, так называемый, ну, назовем его импульсом воли, то есть некий сигнал, который говорит человеку, чем ему надо заниматься и что надо делать. Но поскольку эти половины находятся в разных условиях, то эти импульсы воли совершенно разные. Вот та половина, которая рациональная, у нее этот самый импульс воли мощный, но короткий. Вот такой. А та половина, которая эмоциональная, у нее этот импульс воли небольшой, но длинный. Ну, потом затухает, конечно, как всякие сигналы, вырабатываемые системами. Тем не менее, он вот такой, примерно. Ну и кроме того, свойства этих половин, которые вам известны, тоже вот, вот еще в чем разница. Рациональная половина больше и легче подвержена воздействию всяких факторов. Ну, если человек ударит по голове палкой, то первая выходит из строя именно рациональная половина. Он перестает рассуждать рационально, а эмоционально остается, ну, там, не знаю, он начинает чувствовать обиду, горечь, там, злобу. Короче, эта половина более устойчива ко всяким внешним факторам. Точно так же обстоят дела применительно к воздействию химических веществ. Знаете, про какие химические вещества я говорю? Да. И вот воздействие химических веществ более, ну, скорее оказывает влияние на рациональную половину. А эмоциональная продолжает действовать и выдавать сигналы на управление организмом. И эти две половины у человека, в принципе, находятся в некоторой борьбе. Они хотят захватить власть над организмом и диктовать ему то поведение, которое эта половина считает целесообразным. Но рационально, естественно, считает, что с понедельника, например, надо начать новую жизнь, уточком встать там в 7 часов, сделать зарядку, да,
умыться, там одеться, сходить пообедать и пойти на лекцию, да? Что говорит эмоциональная половина? А, ляг, полежи, что ты вскочил? Еще не время, можно еще вздремнуть. Вот. И более того, не ходи ты на эту первую пару, там, потом пойдешь на вторую. То есть это как раз типичное вот, противоречие между этими двумя половинами. Вот. И вот всякий человек зачастую, да, с понедельника хочет начать новую жизнь, потому что старая уже невозможна и приводит к тяжелым последствиям. Вот этот сильный импульс вырабатывается, и человек с понедельника там первый раз поднялся в 7 часов, пошел куда надо, там все как надо сделал, во вторник этот импульс уже отсутствует. А вот тот, который длинный, он продолжает действовать. Но то, что вот эти самые половины обладают вот такими возможностями и такими свойствами, это некий путь для того, чтобы понять, как вырабатываются те или иные привычки у человека. А человек, как известно, он сложный человек. Все вы в детстве приучились, например, чистить зубы щеткой, да? Ну, там много чему еще научились полезному. Сами одеваться, там, ну, не знаю, чего еще, порядок в комнате наводить, картошку чистить. И для вас вот эти вещи, которыми вы овладели в детстве, и вот, они для вас не вызывают никаких трудностей для выполнения. Короче, все то, что никаких сложностей для выполнения не вызывает, и, ну, естественно, делается. Все эти свойства человека заложены в этой самой эмоциональной половине. И подпитываются вот такими не слишком мощными, но зато регулярными импульсами. Ну, вроде нет необходимости вырабатывать вот этот сильный импульс воли, чтобы заставить человека правильно завязывать шнурки на ботинках, да? Он делает это автоматически. Или ложку ко рту подносить, он умеет тоже более-менее точно. Или правильно производную. Ну, короче, да. Про производную потом буду говорить. То есть это, понимаете, у меня разные есть направление доклада, пока я говорю о высшей сфере поведения, ну, вот, поведения человека, о таком уровне, на котором вот, ну, вырабатываются привычки. Человек, как я уже сказал, состоит из привычек. Он состоит из привычек полезных и из привычек вредных. Вот из того, что я сказал о химических формах воздействия на организм, на мозг, понятно, что вредные привычки вырабатываются легче. Или непонятно? Ну, я давайте приведу пример. Ну, какое-то химическое вещество попало в организм человека, подавило действие вот этой рациональной половины. Власть над организмом захватила эмоциональная половина. Она радуется, все. В ней сформировался центр, который поддерживает вот это состояние. И, например, человек через некоторое время вышел из этого состояния, и вроде бы ему незачем уже больше это химическое вещество принимать. А эмоциональная половина говорит, ну, давай еще прими, дело хорошее, нам будет приятно. И он снова принимает. И постепенно он становится, ну, тем человеком, который управляется только вот этой эмоциональной половиной. Теряется у него то, что называется рациональное мышление. И он становится, ну, как это получится, начинает плыть по течению, которым управляет вот эта самая эмоциональная половина. Она неплохая, эта половина, я ее не ругаю. Она нормальная. Она отвечает за то, чтобы человечество и человек не слишком быстро менялся. Она поддерживает стабильность вот этой самой системы, которую представляет собой человек. А рациональная половина, которая умеет читать, писать и говорить, и вот импульс такой сильной воли вырабатывает, она отвечает за то, чтобы человек развивался, чтобы в нем какие-то изменения происходили. Короче, вот перед вами модель, которой можно пользоваться для того, чтобы улучшать свои свойства применительно, ну, например, тому, как вы учитесь на физике. Хотя, не знаю, может, не только в учебе можно применять эту модель. То есть, если вам нужно выработать у себя какое-то свойство, то нет необходимости вырабатывать вот такой однократный и мощный импульс с помощью рационального мышления. Лучше сделать так, чтобы этих импульсов было не такие мощные, но они были почаще. Вот так. Если это делать, то вот в этой эмоциональной половине постепенно выработается центр, которые будет поддерживать вот эти импульсы, и они будут уже не нужны, импульсы воли. Достаточно просто, короче, будет для человека вот то поведение, которое ему кажется подходящим, совершенно естественным, и не вызывать не будет никаких проблем. Вот вы с этим уже сталкивались. То есть всякое действие, которое много раз повторялось, оно закрепляется вот в структуре вот этой эмоциональной половины и перестает быть в тягость человеку, даже если вначале это вот действие представляло какие-то трудности. Ну, не знаю, может быть, вас в детстве кто-то заставлял играть там на пианино, там, на скрипке, еще на чем-нибудь, палкой гонял там музыкальную школу. Я не знаю, может, такое было в вашей жизни, или не было у вас такого. Не было? Ну, не было. Значит, я не к тем людям обращаюсь.
никто из вас не попадал под гнев родителей, которые заставляли человека вот это делать. Но таким человеком, как известно, был Бетховен, да? Или Моцарт, в общем, кто-то из них был. Вот там с 4 лет посчитали гением и заставляли играть там на всяких музыкальных инструментах. Он не хотел этого делать, ему это не нравилось. Но он играл, а потом уже без этого не мог жить. По этой причине, если вы хотите, чтобы у вас выработалось полезное какое-то качество, вы должны каким-то способом, может быть, с помощью поддержки товарищей, может быть, писать бумажки и наклеивать их на стенки, что неплохо было бы сделать в какое-то время то, либо график составлять, когда вы нужные действия совершите. Вам нужно сделать так, например, вы захотели научиться подтягиваться на перекладине. Как это сделать? Подтягивайтесь. Понятно? Подтягивайтесь, даже если это вам не очень нравится. Один раз подтянулись хорошо, другой раз еще один раз подтянулись тоже хорошо. Потом 5 раз подтянулись через некоторое время, хорошо, а потом вас этой перекладины не прогонишь, точно знаю. Вам будет так понравиться на ней подтягиваться, что вы бросите учебу и пойдете там заниматься спортом. Ну, короче, примерно так. Это же относится к любым наукам. Вот, короче, если от чего-то нельзя уклониться, ну, например, от изучения английского там, или матанализа, или, не дай бог, теорфизики, да, то делать это надо с удовольствием. Потому что удовольствие – это вот центр, который расположен вот там, в эмоциональной половине. Если вы сможете сделать так, что то, чем вы занимаетесь, вы делаете с удовольствием, то легко вырабатываются вот эти центры, которые потом будут поддерживать вот это удовольствие, даже ну, во всех ситуациях. И вам вот делать это дело будет не так, понимаете? То есть надо крайне, вот, крайне желательно перейти на такой уровень, когда то, чего вам вы вынуждены делать, надо по возможности делать с удовольствием. Технология. Кого? Вопрос технологии. Ну, конечно, да. То есть это некая технология. Теперь смотрите. Давайте я произнесу некую фразу, которую нам внедряли в сознание марксистско-ленинская философия. Эта фраза такая. Какая? Ну, первое. Бытие определяет сознание. Это я уже использовал, потому что две половины мозга, они живут в разных условиях, поэтому у них разные это самое сознание, разные свойства. Потом. Еще какое-то, сейчас, минутку, что-то я немножко забыл, сейчас вспомнил. Так, сейчас что-то такое. Осознанная необходимость, да? Свобода – это осознанная необходимость. Вот очень хотел бы я внедрить в ваше сознание, вы не слышали такого выражения, что свобода – это осознанная необходимость. Не слышали? Слышали. Многие слышали, но вы до конца не понимаете, что это такое. Давайте скажу. Вот смотрите. Если человек обязательно должен что-то сделать, но он не хочет этого сделать, понимаете? То жизнь его заставит. Понятно? И он будет делать это из-под палки. Если же он осознает, что без этого жить нельзя, и будет делать это добровольно, то он окажется свободным. Его не надо понуждать. Он сам это самое делает то, без чего жить нельзя. Ну, примеров можно массу привести. Например, учить теорфизику, да? Заниматься английским. Делать лабораторные работы по радиотехнике, да? Ходить вот сюда на эту лекцию, слушать, что я вам тут говорю. Вот, если вы это делаете добровольно, то эффект один. Если вы что-то из этого, например, учите теорфизику, испытывая к ней не те чувства, которые я вас призывал, то эффект всегда получается отрицательным. Всегда то, от чего нельзя отвертеться, надо делать с удовольствием. Только тогда получается результат замечательный. Это свойство вот этого самого сознания, видите? Вот оно, перед вами, вот так оно устроено. Я как-то вытащил, когда нашел в Москве обои для рабочего стола компьютера. Там это более-менее написано. С лозунгом теорфизику можно либо любить, либо не понимать. Вот. Теперь смотрите. После того, как я вам рассказал о том, как вырабатываются полезные привычки, я вам объяснил, как вырабатываются вредные. И давайте скажу о пользе вредных привычек. Да? Ясно, что изучая вредные привычки, можно много сказать о свойствах человеческого сознания. И только в этом их польза. Или вы другую пользу знаете? Я вот только в этом вижу пользу вредных привычек. Оказывается, что и вредные, и полезные привычки – это зерна одним и тем же образом образуются. И человек волен либо вырабатывать у себя полезные привычки, либо вырабатывать вредные. Ну, одну из вредных привычек, с которой я тут по-всякому там, я агитационно и по-всякому борюсь, это, например, курение. Среди здесь присутствующих, похоже, никто не курит. Или есть такие люди? Ну, с высокой вероятностью. Вот. Обычно курящие люди, давайте я вам скажу, это люди с ослабленной вот этой самой силой воли.
принципе, сила воли – это то у человека, что находится у него якобы в рациональном части этого мозга, понимаете? Вот он знает, что надо так поступать, у него воля есть, он делает именно так, и по-другому не делает, что бы ему ни говорила его эмоциональная та самая половина. И она потом смиряется, потому что человек это делает, в ней самой вырабатываются эти самые свойства, которые нужны, чтобы поддерживать вот такое поведение человека, и человек начинает жить, вот эти половины начинают жить в гармонии. Кстати, вы знаете, что такое счастливый человек? Это вот с высокой вероятностью человек, у которого вот эти две половины находятся в гармонии и делают общее дело. Они ведь обмениваются информацией. А вот человек, который раздирает противоречия, который не знает, чему ему хочется, и как-то все время у него что-то не так, обычно это человек, у которого эти половины находятся в большом противоречии. То есть они не согласованы. И такие люди, у которых эти половины находятся в большом противоречии, обычно становятся шизофрениками. Видели шизофреников когда-нибудь? Конечно. Ну вот, не видели. Короче, существует метод лечения шизофрении, заключающийся в том, что этот самый хирург, который лечит шизофрению, вот здесь сверлит дырку во лбу у человека, берет острое такое лезвие, очень тонкое, и разрезает мозолистое тело, нарушая связь между правой и левой половиной мозга. И человек при этом становится смирным, хорошим и, короче, не шизофреником. Но у него пропадает, понимаете, вот эта борьба между правой и левой половиной, которая является движущей силой развития человека. Ему более-менее, что воля, что неволя, все равно. Знаете, там какие-то сказки, там Иванушки или кто-то там его подавали, и он вот это говорил. Короче, человеку становится все равно. Но он смирный становится, он не буйный, ничего, не шизофреник. Хороший человек. Но у него пропадает творческая жилка. Потому что замечали ли вы за собой, что большинство проблем решается вовсе не в рациональной половине, а, как ни странно, в эмоциональной. Ну, это я, может быть, что-то странное говорю, но тем не менее, я вот исследовал это на кистеках, ну, в частности, на себе, и пришел к выводу, что это так. Для того, чтобы решить какую-то задачу, достаточно сложную, ее необходимо загрузить в мозг. Ну, то есть, понять, что это за задача, там, ее как-то описать и загрузить. После этого можно про эту задачу забыть. Через некоторое время она сама решается. Лучше всего это происходит, когда ты там движешься, там на природе находишься, на свежем воздухе гуляешь. Ты об этом не думаешь, и вдруг осенило тебя, или спишь. Вот, спать тоже полезно. Кстати, зачем люди спят, знаете? Не, ребятки, вовсе не для этого. Там вот какая вещь. Смотрите. Ну, это из другой немножко оперы, я тоже про это люблю говорить. Я люблю говорить о том, что у человека в мозгу, ну, будем считать, что так, находится некая программа, по которой он действует. И эта программа, в принципе, обладает тем свойством, что она не может быстро меняться. Ясно, что если бы эта программа могла быстро меняться, то вы могли там уснуть там Мишей, а проснуться Машей, да? Ну, свойства радикально бы изменились, человек бы сам другим стал. Так вот, это изменение, небольшое изменение программы, на базе тех знаний, какие человек получил в течение дня, происходит именно во время сна. Если человеку не давать спать, эта программа у него практически не меняется, а это приводит к тяжелым последствиям, ну, в частности, в организме расстраиваются вот эти функции внутренних органов в том числе, которые заложены, управление которыми заложено в этой эмоциональной половине. Кстати, вот эта теория рациональной и эмоциональной половины, подтверждается составом здесь присутствующих. В этой аудитории процент девушек выше, чем в среднем по физтеху. Они более любознательные, они более эмоциональные, они лучше откликаются на вот эти всякие слова о том, что будет речь идти о природе и свойствах человеческого сознания, и что там, и не только, да? То есть, короче, а? Ну, тогда да. А, ну, по поводу сна сейчас буду комментарий. Сон, это вообще интересно. Спите больше. Вот представьте себе, что вам вдруг удалось построить искусственный интеллект. Будет ли этот искусственный интеллект спать? Как вы думаете? Нет. Да. Я думаю, что надо будет регулярно этот искусственный интеллект погружать в некий режим, где он будет индексировать базу данных, дефрагментировать диск. Да. Что там еще делать? Да все будет делать для того, чтобы только поддерживать свой искусственный интеллект. Да, тестировать систему. И я думаю, что
ему, может быть, понадобится спать даже больше 8 часов в сутки. Например, так. Особенно на начальном этапе. В принципе, то, что вы делаете, всегда хотите спать, это хороший признак, да? Значит, вам есть что обрабатывать. Понятно? Людям, которым нечем обрабатывать, в принципе, и спать не надо. Ну, привыкло уже спать, поэтому и спит. А так незачем. Теперь смотрите, я не исключено, что не все сказал, а то вы поняли, как вырабатывать полезные привычки? Поняли, как бороться с вредными? И если вы это поняли, то это хорошо. То есть вы можете теперь вот эту теорию, идеи, которые я вам изложил, использовать на практике, они очень продуктивны. Более того, даже не важно, где там расположены вот эти центры, которые за все это отвечают. Может, они вовсе не разделены по половинам. Мне это не важно. Мне главное эффект, который получается от того вот, метода, который я вам предложил. Теперь смотрите, видите здесь, что нарисовано было на этом плакате? Кто это был? Паровая машина, да? Она, правда, тут не похожа на паровую машину. Паровая машина, она, в принципе, вот так должна выглядеть. Паровая машина. Тут поршень гуляет, да? Поршень туда-сюда ходит, да? Здесь бак с паром, который подогревается, да? Вот паровая машина. А здесь вот некие штучки, которые позволяют... А вот здесь клапаны выпускные стоят. Здесь стоят устройства, которые позволяют пар выпускать из этой половины, выпускать пар из этой половины, запускать здесь пар под давлением. Вот туда-сюда пускать. Это паровая машина. Вот. Теперь что там нарисовано? Мозг. Я бы не стал рисовать мозг на этом рисунке. Я бы нарисовал человека. Человека бы нарисовал. Вы догадываетесь, что мозг и человек это не одно и то же, да? Ну, какой, да? Я там не стану рисовать там несущественные детали, там, ладно. Вроде пальцев 6 нарисовал, бывает. Короче, ну и там еще нарисована, значит, паровая машина, человек, нарисован комар. Ну там он хорошо нарисован, а у меня там он нарисован как-то плохо, да? Этот комар. Комар, да? Вот. Главное, что у него вот этот хобот есть, которым он кусается. И вот что есть общего между этими тремя предметами? Как вы думаете? Есть ли у них что-нибудь общее? Им нужно спать. Вот люди, которые, вот я тут в этой, вот, не в этой, я там 117 поначалу читал, потом сюда перебрались. А, тут есть люди, которые присутствовали на этой первой лекции. Я им объяснял, в чем, вот, что общего между этими тремя объектами, и не только между ними. Все эти объекты, в принципе, выглядят вот так. Смотрите. Это некий ящик. Здесь подключены датчики. Здесь подключены исполнительные механизмы. Число датчиков и исполнительных механизмов может быть самым разным, да? Но вот это устройство обработки данных от датчиков и выработка сигналов на исполнительные механизмы. Назовем его контроллером, да? Контроллер от слова control. А напишем спереди букву M и назовем его микроконтроллером. Я вот рассказывал всяким людям, которые здесь присутствуют, что в частности все, что умещается в объем там, порядка 4 литров, меньше, называется микроконтроллером. И тогда под этот самый микроконтроллер подходит вот та круглая штучка, которая у человека там наверху нарисована. 4 литра примерно объем мозга, да? Ну, у кого как, бывает меньше, там, бывает, может, больше. Не в объеме дела. Дело в функционировании. Так вот, этот микроконтроллер – это система управления, которая принимает сигналы от датчиков и передает их на исполнительные механизмы, перерабатывая предварительно для того, чтобы вот эти объекты могли выполнять свои функции. И такая система управления есть здесь. Ему надо вот эти в нужной последовательности открывать, эти тоже закрывать, открывать, чтобы поршень туда-сюда ходил. Здесь вот стоят датчики положения, когда поршень дойдет до конца. Ну какие-то. Когда поршень сюда дойдет, датчик сработает, и что-то должно происходить. У человека есть датчики? Есть у вас датчики какие-нибудь? Конечно. Полно. Есть у вас исполнительные механизмы? Ну я вот тут нарисовал исполнительные механизмы. Да? Вот, я датчики нарисовал, я тоже рисовал. Вот. Обладает ли таким же свойством комар? Да. Обладает. Где у комара вот та система управления, которая есть у человека и занимает якобы там больше, ну, 4, например, литра в голове? Где она у него? Видели комара? Да. Это прозрачная головка, в ней там точечка маленькая. В этой точечке непонятно что. Никто не знает, как работает система управления комара, но работает она прекрасно. Видели? Комар всегда найдет себе нужного человека, всегда к нему подлетит, тщательно там спланируя, чтобы кто-то его не прихлопнул, и попитается его крошкой. Ну, якобы это только комарики, да, бывает? Ну, это вы знаете. Короче, комар
несмотря на ничтожные размеры своей системы управления, обладает прекрасной этой самой системой, прекрасно решающей те задачи, какие перед комаром стоят. И кроме того, он еще и размножаться может. Паровая машина нет. То есть, короче, между человеком и всеми живыми существами есть общее свойство системы управления, которая вот по такому принципу функционирует. Нет возражений, что вы вот так устроены все? Вот так вы все устроены? Или кто-то по-другому устроен? Я сейчас говорю не о высшей форме деятельности человека, не о том, там, о двух половинах сознания, там, о том, о сём, там, о изучении там, термета, термфизики, там, математики выше, еще чего-то. Я говорю о системе управления движением человека. Все вы умеете двигаться. И вам кажется, что это движение, это вот неотъемлемое ваше свойство, без него вы жить не можете. И вроде бы, естественно, если бы вы не двигались, как-то вам было бы странно, да? Так вот, система управления движением у человека, у насекомого, у комара, там, у мухи, там, у кошки, у собачки, у всех, она очень сложная. Я сейчас, вот люди слышали у меня эту тезис, произношу некий тезис, который гласит, что всякая сложная система управления имеет избыточность. Избыточная система управления, это значит, что в ней есть состояния, которые не нужны для тех функций, для каких она разработана. И в частности, ваша система управления каждого человека тоже имеет избыточность. Ну, сейчас, если бы были реализованы все возможности этой системы, то вы бы, вот, первое, не могли сидеть, это раз, вы бы сразу упали. Потом, вы не могли бы там правильные движения руками, ногами делать, потому что эти движения как раз потому правильные, что они сугубо ограниченные по своим траекториям и прочим вещам. Ну, короче, про это не очень, может быть, я доходчиво говорю. Ну, короче, в каждой системе управления обязательно есть избыточность. В сложной системе управления избыточность крайне велика. Ну, возьмем, например, персональный компьютер. Это тоже устройство с системой управления. Сколько состояний у вашего персонального компьютера? Могу легко вам сказать, сколько. Смотрите. Ровно столько, чему равно число двойка в степени, где степенью будет число бит, которые в вашей системе находятся. Сколько у вас там гигабайт памяти на винчестере? Или сколько там еще всяких там бит, которые в этом вашем микропроцессоре находятся? Страшное количество. И если двойку возвести вот эту страшное количество степень, это и будет полное число состояний, которое возможно у этой системы. Потому что каждый бит может принимать значение либо 0 и 1, да? И если они все независимо могут принимать либо 0, либо 1, то полное число состояний будет равно 2 в степени числа бит, которые в этой системе есть. Вы знаете, что даже 2 в 64 степени – это огромное число. Это где-то вас учили, там зерно сюда, 2 зерна туда, там сколько мешков зерна получится. Это в детстве обычно рассказывали эту байку про какого-то там шаха, который там наградить хотел изобретателя шахматной игры. Там получался страшный урожай даже при 2 в 64 степени. Ну, короче, числа, которые получаются за числа степени свободы у вашего компьютера, совершенно умопомрачительные. Число нейронов в человеческом мозге совершенно несоизмеримо с числом этих самых триггеров или битов в вашем микропроцессоре. Понимаете? Много больше. Поэтому число состояний и вот избыточность вот этой системы крайне велика. Зачем эта система была сделана в управлении вот организмом? Для движения. Только для движения, для того, чтобы можно было там куда-то убежать, если опасность, да? Кого-то съесть, если есть необходимость, еда, нужно добывать, да? Ну, короче, для тех функций, для которых вовсе не нужно иметь то, что называют сознанием. Ну, или разумом, или интеллектом. Вот не нужно человеку изучать теофизику для того, чтобы жить. Правильно говорю? Можно прекрасно, и большинство людей прекрасно живет, ничего не зная про теофизику, про матанализ, про физтех и вообще ни про что. Прекрасно живет. Ест, пьет, там, размножается, короче, все у них нормально. Это привычка для изучения терапии. Нет. Я просто говорю, что первично, что вторично. То есть, короче, поначалу была система, которая позволяла объектам перемещаться в пространстве и решать свои задачи, уклоняться от опасности, добывать пищу и увеличивать свою популяцию. Вот комар не занимается терапией. Прекрасно живет. Комаров тучи. Я был в этом самом... там, за полярным кругом, когда вылетели комары, я понял, что это такое. Ну, не видно вообще ничего. Когда на телогрейке они вот так сидят, крыло в крыло, вот так ударишь этой самой ладонью, вот сколько есть площадь ладони, столько комаров убил. Они вот крыло в крыло сидят и ждут, когда на тебе кончится яд, который они не любят. Как только он кончается, они тут же знают, что с тобой делать. Короче, главное в живых существах — это система управления движением. И именно для этого, для управления движением, эта система и была создана. В том числе и у человека. Вот.
А что ж тогда такое сознание или интеллект, или вот способность там заниматься науками и всем прочим, шахматы играть, там еще чем-то заниматься? А вот я утверждаю, ну не утверждаю, а предлагаю вам в качестве некой такой мысли, что это некое свойство, которое возникло как раз на той самой избыточности, которая есть у той самой системы управления, которая предназначена для управления движением. У сложной системы, предназначенной для управления движением. Понимаете? То есть интеллект и все разум, там, все что угодно, возникло как некая настройка или некий паразитирующий такой элемент на системе, которая до этого была создана совсем для других целей. Не для рассуждений, не для ума, не для там, изучения, там, чтения книг там, или изучения матанализа. Не для этого, а только для того, чтобы двигаться. Теперь смотрите. Вы знаете, что на базе вычислительной техники современные там, ученые там, прочие, они делают всякие системы, которые должны как-то быть чем-то похожи на человека и решать те задачи, которые умеют решать живые существа. Ну, робота создают, да? Там, ну, не знаю чего, интеллектуальные всякие штучки-дрючки. Здесь замечено следующее. Я заметил, может, и вы заметили, что то, что человек освоил относительно недавно, легче поддается вот осуществлению с помощью вот этих компьютерных технологий. Ну, человек недавно научился читать, да? Ну, там, какие-то, может, 10 тысяч лет или сколько, ну, не знаю, много, мало, не миллионы. Легко компьютер делает. Говорить недавно научился человек. Недавно. Все, компьютер легко говорит. В шахматы играть недавно человек научился. Все, компьютер человека в шахматы обыгрывает. Что еще? Интегральное уравнение решает компьютер лучше человека? Ну или там, по крайней мере, не хуже. Решает. Все нормально. А вот то, что человек и живые существа освоили крайне давно, движение в реальном масштабе времени, современные вот эти компьютеры, ну не компьютеры, а там, роботы, там еще что-то, ну на базе микроконтроллеров. Будем их называть кремниевыми системами управления, потому что большинство систем сделано на базе кремниевых интегральных схем. Поэтому могу называть их кремниевыми. А те, которые живые, будем называть биологическими. Так вот, кремниевые системы управления не могут реализовать движение в реальном масштабе времени в том качестве, которое, какого достигли, вот, достигла природа. Ну, примеры, масса примеров. Я вот рассказывал, там недавно смотрел по телевизору, там японцы хвастали, что они создали робота, который может спускаться по лестнице, да? Видел, спускается. Там не сказано, что он умеет подниматься по лестнице. Ну и того, я посмотрел на этого робота, я лучше его двигаюсь по лестнице, намного лучше. Пусть он того двигаясь споткнется, а я вообще по ней бегать могу. Ну пока, по крайней мере. Вот. Короче, вот в этом месте, в том месте, где вот живые системы давно достигли, вообще говоря, совершенства, на данный момент вот человеческие технологии имеют довольно скромные результаты, или очень скромные результаты. Ну, я тут приводил тоже на своей лекции пример, когда там тоже симпозиум был такой, там приводили, собрались люди, которые разрабатывают там роботов, играющих в футбол. И эти роботы, ну, там не все были, я нарисую. Значит, как это выглядело? Как играли роботы в футбол? Вот так они играли в футбол. Вот примерно таких размеров площадка, да? Может, меньше даже. Вот ворота, в них стоит вот такая шайба, там с датчиками на колесиках. И тут ворота. Тоже шайба такая, с датчиками на колесиках. А тут еще, там, ну, например, по две шайбы с каждой стороны, если не по одной. В некоторых там систем по одной шайбе. Вот это игроки. И шарик металлический, который они боками толкают, и в принципе показывали, он хаотически мечется по этой площадке, и никакого сравнения с тем, как играют в футбол даже наши футболисты. Понимаете? Вот для того, чтобы в реальном масштабе времени, или вот волейбол, кто-то любит играть в волейбол, видели, я вот тоже люблю играть в волейбол. И короче, когда играешь в волейбол, странным даже является не то, что мяч летит не туда, куда тебе хочется, а странным является то, почему он все-таки иногда летит туда, куда надо. Это совершенно невозможно, потому что число степеней свободы вот у человека, как у системы механической, настолько велико, что, ну, где-то я читал, что человек с точки зрения теории стоять не может. В принципе, вот спокойно вот так стоять я не могу, оказывается, а я стою. Почему это происходит? Потому что система управления у меня биологическая, а не кремниевая. Вот. Короче, вот футбол. Какой это футбол? Мяч по воздуху не летает, да? Траекторию рассчитывать не надо. Теперь, как устроена система управления человека, говорю? Или не надо вам этого говорить? Ну, более-менее. Ясно, что в этой системе никакие интегральные уравнения не решаются. Или кажется вам, что там как раз математическая машина стоит, которая вычисляет там массы всех движущихся объектов, там, решает дифференциальные интегральные уравнения, траектории определяет, потом выдает сигнал управления, и все работает. Нет,
Явно, что не так. Если бы так вот двигались в пространстве с помощью решения уравнений, вы бы давно вымерли все. Понятно? Никаких людей бы в этой аудитории не сидело. Человек устроен по-другому. Он основан на движении. Я про движение говорю. Пока, да? Про движение только. Так вот, движение человека все основано на шаблонах, ребятки. И более того, система управления, вот тут нарисован один микроконтроллер, ясно, что она состоит не из одного микроконтроллера. Ясно, что, например, движением руки управляет вовсе не головной мозг, потому что это было бы невозможно. Тут масса мышц, которые нужны для того, чтобы вот я мел держал в руке, например, да? Вы думаете, так просто мел держать? Попробуйте. Вы увидите, что это очень трудно. Короче, вот даже странно, что я могу его держать. Робота заставить держать мел тоже непросто. Он то ли его раздавит, то ли отпустит, понимаете? Очень трудно. А я держу легко, даже писать могу. Вот. Короче, вот система эта заведомо не управляется из одного центра. Обратите на это внимание. Это очень важно. То есть мозг, центральная нервная система, кора и так далее, она только задает команды на всякие там действия. Ну вот, например, она задала мне команду, что ходи там вдоль этой самой, да? Вдоль столов, да? И я хожу, например, да? При этом, неважно, она не дает мне команду, как ногами двигать или как там бумажку держать. Это делается автоматически. И вот эти движения, ну там, походка, например, у каждого человека своя, шаблонная, кстати. Людей можно отличать по походке. Людей можно отличать по улыбке, она у всех своя, да? Людей можно отличать по методу, как он говорит, понимаете? Вообще, все у людей шаблонное. И это прекрасно. Если бы мы действовали не по шаблону, мы бы не могли существовать. Этих шаблонов у человека очень много. Они динамические, могут меняться. И совокупность вот этих шаблонов, которые выработались у человека, и есть человек, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя. Он вот ведет себя шаблонно. И это переносится и на сферу высшей этой самой такой разумной деятельности. Человек шаблонно решает там эти всякие уравнения дифференциальные, он шаблонно изучает там всякие науки, и эти шаблоны у одних хорошие, у других плохие. Один может изучить, на самом деле, проникнуть в суть вещей, а другой нет. Надо менять свои шаблоны, вырабатывать их, делать их такими, чтобы они позволяли вам достигать своих результатов. А шаблон, вы знаете, что и управление всякими механизмами тоже применяется. Слышали о том, что системы управления поначалу были механическими? Ну, например, там кулачки такие вращались, а сейчас они тоже есть. Распредвал такой есть, который передвигает там эти самые клапанные двигатели. Ну, например, там самым двигатель какой? Ну, не знаю, ну, внутреннего сгорания, например. На кораблях там они старые еще стоят, там они не электронное управление, а именно такое кулачковое. Крутится такая бандура большая, на ней кулачки. И клапаны поднимаются, опускаются, там, то ли запуская горючее туда, то ли там закрывая соответствующие отверстия. Короче, кулачковые системы управления были широко применены. Потом стали они там на всяких ремушках, потом на транзисторах, ну даже на лампах электронных, потом на интегральных схемах, потом на микроконтроллерах, потом там не весь на чем. А сейчас на нанотехнологии все переходят, не так ли? Должен я в своем докладе какие-то слова произнести про нанотехнологии, не так ли? Ну это модно, потому что если бы я этого не сделал, я был бы отсталым человеком. Так вот, на уровне нанотехнологий, ну мне кажется, и это не исключено, вполне возможно, что можно перейти в систему управления от вот этих электронных методов и там расчета и всего прочего снова к аналоговым, снова к кулачковым системам, но уже на наноуровне. При этом, ну подумайте, как это можно сделать. Я этого не знаю. То есть вы должны придумать, как на наноуровне сделать систему управления, которые будут управлять там объектами вот с помощью таких аналоговых, ну или механических, или нано там систем. И может быть тогда удастся создать систему управления, которая будет соизмерима с тем, что создала природа. При этом, смотрите, сейчас давайте буду говорить. Вот кто создал систему управления, которая в частности оснащены вы? Ну, например, эволюция. Не доказано. Навряд ли. То есть там нет промежуточных факторов. Потому что вот непонятно, как эволюция могла создать такое устройство, как вот человек. Неизвестно. Может быть, это сделали инопланетяне. Не доказано. Не исключено, что система управления возникла одним образом, а сознание вас вот как раз эти инопланетяне и посадили, используя вот эту машину, которая была создана для перемещения в пространстве. Ну, в какой-то момент времени. Это не сейчас произошло. Так что не волнуйтесь. Это давно когда-то случилось на заре человечества. Вот. Либо это сделал создатель. Либо вот эти все слова,
можно, ну, неважно, как назвать, то, что произошло, понимаете, хоть назови инопланетянином, хоть назови создателем, хоть назови там эволюцией, в принципе, это только слова. Мы видим продукт, который вот здесь передо мной сидит. Продукт довольно симпатичный, прямо вам скажу. Выглядите вы хорошо. Все занимаетесь спортом, да? Из того, что я сказал, что это самое движение первично. А, сказал я вам, что движение первично, а сознание вторично? Вот сейчас говорю. Вы поняли, вот, что такие слова вполне можно сказать? То есть на базе системы, которая управляла движением, возникло потом нечто, называемое сознание. Если бы не было системы управления, позволяющей двигаться в реальном масштабе времени, то сознанию не на чем было бы функционировать. Оно не может функционировать просто ни на чем. И в частности, вот эта идея Станислава Лема о разумном океане кажется мне очень такой сомнительной. Правда, может, он тоже двигается, но просто вот на воде создать это самый разум мне представляется невозможным. Можно создать только на том, кто умеет двигаться. То есть вот на вашей основе. Вы, наверное, все разумные, да? Потому что умеете двигаться. Короче, отсюда вытекает следующее, что если человек не занимается спортом, у него вот эти системы могут чахнуть. И у него исчезает интерес ко всему, чем он, в принципе, мог бы заниматься. В том числе к учебе исчезает интерес, к жизни, к науке, ну, в общем, ко всему. Поэтому для того, чтобы поддерживать себя тонус некоторый такой жизненный, полезно шевелиться. Шевелиться можно разным образом. Можно сидеть на компьютере и жать клавиши, да? При этом шевелятся руки, да? Пальцы, там еще что-то. Но это не лучший способ шевеления. Можно заняться спортом, там, ходить по улице, там, бегать, волейбол играть. Это лучше. Это намного лучше. Но что-то обязательно надо делать. Вот. Кстати, а вот игра на компьютере в игрушке – это полезная привычка или вредная? Полезная. Полезная, да. Это я с вами могу согласиться, но не соглашусь. Просто масса студентов, которых я лично исключал из этого, они сами уходили, конечно. По той причине именно, что они увлекались игрой в игрушке. И теряли время, которое нужно потратить на то, чтобы выработать себе полезные привычки, которые будут им потом всю жизнь помогать существовать в разных условиях. И именно эти привычки вырабатываются у тех физтехов, которые добираются до конца процесса обучения. И именно поэтому, что у них выработаны вот эти привычки работать сколько надо, самому задавая, ставить перед собой цели и самому их решать. То есть самостоятельная система управления, не требующая внешнего воздействия. Не надо, чтобы начальник тебе по голове настучал и сказал: работай. Физтехи не такие, да? Они сами готовы любому начальнику по голове постучать. Тем более, что они потом все сами становятся крупными начальниками. То есть, короче, когда у человека выработались... Короче, на финише выпускники физтеха, которыми физтех гордится, все обладают навыками, которые позволяют им хорошо себя чувствовать в реальной жизни. И эти навыки вырабатываются в большой степени вот так, как я сказал. На физтехе некуда деваться, приходится учиться, да? Если ты пытаешься увернуть от этого процесса, ну, тебя ждет там добрый деканат, там, или еще кто-то. Короче, они там тебя уже поджидают, да? Соответствующим, с просьбой написать соответствующее заявление. Поэтому те, кто заканчивает физтех, они уже много времени работали напряженно, умеют работать, научились работать и знают, как преодолевать трудности. У них уже в этой, в эмоциональной половине сформировались такие системы, которые позволяют им достигать результата в тех местах и в тех областях, в которых выпускникам других институтов делать нечего. Понятно? И вы смысл напряженного труда, которым вам заставляют заниматься, в том числе и замечательные представители кафедры теофизики. Понятно? Вот теофизика. Не все из вас потом будут заниматься теофизикой, но пройти вот это испытание, которое вот перед вами ставит кафедра теофизики, кафедра математики, кафедра английского языка, кафедра биотехники, кафедра химии, ну вообще я все дружественные кафедры могу перечислить, кафедра теормеха. Все, что угодно. Пройти эти испытания, это значит выработать у себя навыки, которые потом будут в таком ненавязчивом режиме, вот не в таком, когда жизнь кончилась и надо ее снова начинать, а вот в таком, в мягком, когда для вас не будет представлять трудности там, взяться за дело, сделать его хорошо, довести до конца, получить хороший результат и радоваться потом, что этот результат получишь. Вы будете получать удовольствие. Короче, вот эта модель человека, о которой я вам рассказал, вот. Она должна вам помочь в жизни. Так, короче, вот на этом давайте закончу, потому что время уже к финишу подошло. Если есть вопросы, задайте. А вы про сны обещали сказать?
другим человеком. Понимаете? Время вот это отпущено на то, чтобы немножко... Кстати, специально сделано так, что эти изменения не могут быть сильными. Я объяснял почему. Потому что если человек радикально перепишет свою программу, то это будет большое горе, да? Его утром никто не узнает. Вот. Если у вас программа будет полностью переписана за ночь, то утром, ну просто никто вас не узнает, вы станете другим человеком, может быть, плохим, я не знаю. То есть, короче, специально природа устроила так, что изменение программы происходит понемножку. Кстати, сейчас вот эти микроконтроллеры, про какие я лекции читаю, там у них есть некая память программы, в которой записана программа. Ну и еще есть память чисел, которые там числа, промежуточные значения. Эта память программы обладает этим свойством, что раз и навсегда в нее записанная программа, никак, ну потом при выключении питания не стирается. Так вот сейчас эти микроконтроллеры сделаны так, что небольшие изменения в эту память программ можно вносить в процессе выполнения самой программы. То есть программа может сама себя менять. Понимаете? Человек это делает. У него есть программа, которая может сама себя менять. Она накапливает информацию, принимает там с помощью каких-то программных там функций решение, что надо такие-то блоки программы изменить, и во время сна перезагружает программу. Ну, короче, некий ресет у вас там, ну не полный, конечно, ресет, там, не до нуля вы там сбрасываете, а какими-то блоками там немножечко перезагружаетесь и изменяете свои свойства. Будем надеяться, что в лучшую сторону, да? А как быть с цветными картинками? О, цветные картинки, да, ничего не знаю. То есть вы, если думаете, что я могу дать ответ на любой вопрос, который жизнь задает, то я заведомо уклоняюсь. Я считаю, что это не так. Я не обладаю. А, кстати, знаете, какой человек был бы бесконечно ценен для вот, общества, страны, для физтеха, ну вообще, для человечества? Это человек? Это человек? Это человек, который на все вопросы дает неправильный ответ. Понимаете, что этот человек бесценен? Если точно известно, то он на все вопросы дает неправильный ответ, то, получив от него ответ, мы точно знаем правильный ответ. Но если мы его сформулируем таким образом, чтобы на него было возможно дать либо да, либо нет. И получив от него ответ, мы точно знаем правильный. Этого человека надо прятать там в комнату, там кормить, поить, не пускать к нему там иностранных всяких там разведчиков. Короче, это было бы достояние человечества, да? К сожалению, только на третьем курсе физтеха иногда такие люди попадаются. Потом они портятся. На первом нет. Они потому что сами думают и принимают решения. На третьем их уже там объяснили, что они ничего не понимают, и что только надо говорить то, что там говорят им преподаватели. Короче, они только к шестому курсу, там, или к пятому, или к какому, к старшим курсам люди себя приходят и начинают применять свои знания нормальным образом. Короче, нет людей, которые всегда на все вопросы дают неправильный ответ, к сожалению. Впрочем, так же, как нет людей, которые на любой вопрос готовы дать правильный ответ. Если вы такого человека увидите, знайте, что это шарлатан. Поскольку я на все вопросы не могу дать правильный ответ, ну, значит, я под эту категорию не попадаю. Еще вопрос. А как все это связано с Бермудским треугольником? Бермудский треугольник. Рассказываю, давайте, это очень интересно. Я пока еще про все рассказал, да? На двух сторонах человеческого сознания рассказал, да? О пользе вредных привычек рассказал. Теперь давайте напоследок расскажу вам о тайнах Бермудского треугольника. Слушайте внимательно. Кстати, да. Есть такой журнал замечательный, National Geographic. Слышали? Да. О, замечательный журнал. Он про природу, про путешествия, про законы. Ну, короче, вот, естествознание. В общем, замечательный журнал. И вот в этом журнале появилась статья. Сейчас я не помню, какой номер этого журнала, но тем не менее, могу назвать там, где-то у меня написано. В этом журнале было написано, что вот один американский, мы будем условно называть, миллионер, хотя он на самом деле миллиардер. Проще говорить миллионер. Вот он американский миллионер. Он уже был не юный, там старый. И вот врачи там его обследовали. Сердце у него плохое, все позаболел, все говорит. Хана тебе, ты проживешь не больше месяца. Помрешь и все, никаких вариантов нет. Не можем тебя вылечить, никаких средств нет у нас. Ну ладно, говорит, помру, так помру. Ну тогда, говорит, а что, поживу-ка я этот месяц хоть по-человечески. Прыгнул на свою яхту. А у него яхта была большая, хорошая. С автоматическим управлением, кстати, на микроконтроллерах. Там не требовался экипаж. Он один туда прыгнул, задал курс и яхта поплыла. Вот она плавала, там несколько дней проплывала, ну, связь с ней кончилась, нет яхты. Ну, это статья National Geographic. Нету связи с этой яхтой. Кинулись там искать, он все-таки миллионер. Родственники там туда-сюда, там смотрят, нету, пропала яхта, никаких следов. Ни обломков, ничего. Все, прошло положенное время, родственники уже делят имущество, все в порядке. Вдруг приплывает этот миллионер условный на Гонолулу. Говорит, там вот я тут недавно там плыву, что-то у меня там рация сломалась, немножко вам не мог сообщить. А вот я живу невредимый. Приплыл он туда,
через полгода, например, после того, как его посчитали уже пропавшим. Говорит, а где ты был? А я говорю, еще нигде не был, я плыву там день, другой, третий, вот, не больше того. Ну тогда в этом National Geographic статья появляется тоже, ученые крупные пишут, что ведь все знают, что под этим Бермудским треугольником, там под дном океана, расположена база летающих тарелочек. Все знают. Эта база летающих тарелочек сложена из очень крупных, тяжелых металлов. Крепкая должна быть, чтобы не раздавил. И поэтому там гравитация в этом зоне Бермудского треугольника выше, чем там в других районах земного шара. И именно по этой причине там уровень океана там ниже на несколько метров, чем во всех остальных местах. Короче, эти летающие тарелочки видят, плывет на яхте там человек один, они его хватают вместе с яхтой к себе, изучают, исследуют, у них такая мания исследуется. Смотрят, что там что-то не в порядке с этим, с насосом. Они его починили, вылечили, да? Там всю информацию из мозга скачали, потом стерли информацию о том, что он там был, и снова его выпустили, и время вроде даже и не прошло никакого, а исследование неудобно. Эта статья появилась в National Geographic. Когда она появилась, там всякие, полно других этих миллионеров, которые тоже больные с яхтами, сразу выкнули свои яхты и поехали в этот Бермудский треугольник. При этом кто-то пропал бесследно совершенно, кто-то так поплавал без всякого эффекта, все нормально. И там жалуются опять в этот журнал, как же так, почему нас не вылечили. Это опять теорию выдвигает, что на самом деле эти летающие тарелочки, они бы, конечно, вылечили, но кого-то они даже и схватили. Себе. Пропали же люди, никаких следов. Но фокус заключается в том, что у них кончилось лекарство, которое лечит эти все болезни. Они сейчас направят свой там, космический аппарат в нужное свое созвездие. Когда вернется, тогда снова всех начнут лечить. Вот такая статья появилась через некоторое время в этом же журнале National Geographic. Интересное самое заключается в том, что всю эту историю я сам выдумал от начала до конца. Понятно? А зачем я это сделал? А потому что, когда я ее рассказываю, люди с удовольствием ее слушают. И более того, здесь проявляется замечательное свойство. Не только беседов, а всех людей, особенно девушек, что они любят, когда им вешают лапшу на уши. И очень широко пользуются всякие рекламные агентства и рекламы. Они там сошлются вам на что угодно, на любые авторитеты. Кстати, если вы хотите, чтобы человек вам поверил, такой некритичный человек. Обычно человек, когда слушает того, кому ему нравится слушать, он отключает аналитическое мышление полностью и работает на уровне вот этих эмоций. Поэтому реклама все работает на уровне эмоций. Вот это вытекает из той модели, которую я вам говорил. Это раз. Рациональное мышление находится в загоне, оно выключается первым, потому что всякие воздействия первым делом глушат его, да? В том числе рекламные. Рекламщики всегда это используют, они ссылаются на все авторитеты, и это надо всегда делать, если вы хотите человека охмурить. Никто не пойдет читать там тот журнал, на который вы сослались, понимаете? Никто не станет проверять, найдутся такие люди. И более того, даже в этой аудитории, которая насыщена физиками в больших количествах, даже два сидят в первых рядах крупных физиков, но я это знаю. Никто мне не сказал, что я тут физическую глупость в свой рассказ вставил, а сделал я это специально. Я вставил следующую физическую глупость. Я сказал, что там гравитация выше поля, да, и поэтому уровень воды ниже. А он должен быть выше, ребятки, потому что в то место, где гравитация выше, вода со всех сторон притекает, там холм должен быть. Никто этого не заметил. Я как-то раз такой же пример на аудитории, чуть ли не в этой, об этом рассказывал, понимаете? Один студент поднялся, говорит, ты ерунду говоришь, там ясно, что наоборот, он говорит, не ниже уровень, а выше. Я говорю, подожди, потом скажу. Потом он объяснил, в чем дело. Понимаете, то есть человек, когда слушает того, кого интересно слушать, а меня интересно слушать. Не включает критическое мышление. Это нормальное свойство человека, его за это нельзя осуждать. Но это свойство надо знать, понятно? Потому что легко найдутся люди, которые смогут вами манипулировать, просто рассказывая вам какие-то байки, которые ничем не подкреплены. Ссылаться они при этом будут на всяких авторитетов. Это свойство человеческого сознания, базирующееся на двух половинах человеческого мозга, понимаете? Завершая ответ на ваши вопросы, говорю следующее, что главный предмет, который вы должны изучать на физтехе, это не математика, это не физика, это даже не фиарфизика, это вы сами. Вы сами должны себя изучать и делать так, чтобы ваши возможности с каждым днем улучшались.
Понимаете? Тут механизмы, которые позволяют вам приобретать знания, вырабатывать навыки, вот эти шаблоны, которые помогают жить, вырабатывать, чтобы эти механизмы с каждым днем становились все лучше, крепче и надежнее. И тогда на финише вы станете людьми, у которых не будет противоречий между этими двумя половинами мозга, это раз, которые будут уметь делать дело и будут получать удовольствие от того, что они делают. А это и есть высшее счастье человека, когда он живет и получает удовольствие от того, чем занимается. Так ли, да? И я надеюсь, что все вы здесь присутствующие, и здесь отсутствующие тоже, будете счастливыми людьми. Вот, собственно говоря, еще какие-то вопросы есть? Или на этом можно закончить мое выступление? Где в паровой машине в системе управления избыточность? Да, говорю. Значит, смотрите, тут вот есть, назовем клапан 1, ну, назовем К1, К2, да? Это вентиль 1, вентиль 2, да? А это датчики, которые D1 назовем, да? Это D2. Я рисую простейшую систему управления паровой машиной. Ну, я там рассказывал людям. Эта простейшая система управления настолько проста, что содержит всего один бит. Там в ней содержится всего один так называемый триггер, RS-триггер, который может принимать значение либо 0, либо 1. И вообще вот в этой паровой машине всего два состояния, обратите внимание. Она либо движется поршень туда, либо движется поршень сюда. Ну, я исключаю состояние, когда он не движется, но тем не менее, будем полагать, что вот эти два состояния, да? Вот эти два состояния, поэтому достаточно поставить некую систему, содержащую просто RS-триггер. О, слушай, это уже то, чего не понимают первокурсники. А там требование, что в докладе нужно так его ставить, чтобы первокурсник даже мог понять. Ну ладно. Короче, раз вопрос задан, или мне не отвечать на него. Чтобы первокурсник понял хоть что-нибудь. Или не отвечать на него. Но тем не менее, смотрите, RS-триггер, он может находиться в двух состояниях. Либо здесь 0, либо здесь единица. Где 0 или единица, это либо 0 это низкий уровень, единица высокий. Вот. У этого RS-триггера, у него вот сюда, вот так, будем полагать, что вот этот датчик это просто вот такой контакт, который, когда подходит к нему поршень, замыкается, а когда поршень уходит, он размыкается. То есть нормальное положение этих контактов разомкнутое. При этом вот это состояние, выход будем называть выходом Q, а этот Q с чертой. То есть, ну, они всегда противоположны. Если здесь 0, то здесь единица. Теперь вот эти штучки мы соединим вот так. Это включим на землю, а сюда включим через резистор плюс 5 вольт. Плюс 5 вольт. Вот она система управления. Это выход Q, а это выход Q с чертой. Если это D1, например, а это D2 датчик. Если пришел поршень туда, к датчику D1 он замкнулся, сюда поступает 0 вот из этого места, и на этом выходе становится единица торжественно, а на этом становится 0. Если поршень пришел сюда, этот замыкается, здесь появляется нулик, здесь становится единица, здесь становится 0. Это легко показать. Это схема ине, кстати, чтобы было понятно. Ну, то есть я не могу обо всем говорить, потому что это целая лекция. Короче, вот так. И по этой причине, по очереди, когда этот датчик замкнется, состояние триггера становится 1-0. Если этот замкнется, состояние становится 0-1. Все. После этого надо подключить вот эти все четыре штучки таким образом, чтобы происходило, что надо. Смотрите, если датчик пришел сюда, то дальше что надо делать? Надо вот этот клапан, вентиль, закрывать. Он раньше был открыт. То есть он закрыт будет, да? Этот клапан открывать. Этот клапан закрывать и этот вентиль открывать. Тогда пар отсюда пойдет сюда, туда он не выскочит, клапан закрыт. Пойдет сюда, тот пар, который здесь, уйдет туда, и давление не будет противодействовать. Отсюда пар поступать не будет, и поршень пойдет в ту сторону. Когда он дойдет до сюда, нужно наоборот переключить эти самые клапаны. Этот вентиль закрыть, вот этот клапан открыть, этот клапан закрыть и вот этот вентиль открыть. Если мы подключим вот там к выходу этого триггера эти штучки, предполагая, что они управляются тоже цифровым образом к нужным местам вот эти вентили, то все будет работать. Где избыточность? Правильный вопрос. Дело в том, что в этой системе предполагается, что вот эти сигналы от датчиков поступают только поочередно. Нет состояния, когда оба датчика замкнуты. Так ведь? Вот это и есть то состояние, которого не требуется для работы системы. Если замкнуть оба датчика, чего в этой системе быть не может, то что происходит? Тогда все клапаны окажутся открытыми. И котел взорвется, да? Ну или пар из него весь вылетит, короче, все сломается. Это простейшая система, содержащая всего один триггер, понимаете? И то в ней есть избыточность. В сложной системе, в которой этих триггеров страшное количество,
Главная задача заключается вовсе не в том, чтобы эту избыточность использовать, ну, для реализации функций этой системы, а в том, чтобы устранить те ненужные состояния, которые мешают ей работать. То же самое и с человеком. Вы же вот не так там ложку ко рту несете, да? А вы плавно это делаете. Или вы, когда подпись ставите, у вас рука вот так не дрожит? Нет. Есть болезнь Паркинсона. Это как раз нарушение вот этой системы контроля за избыточностью, которая приводит к тому, что движение человека вот такими делаете, да? Болезнь. Она вот убирает систему, контролирующую вот поведение этой системы управления. Ну, более-менее объяснил, что есть избыточность. Вот даже в этой примитивной системе с одним видом. У меня есть вопрос, но не к вам, а к аудитории. Не появился желающих сделать реферат по докладу Юрия Дмитриевича? Да. Зачем? Но это такая опция предусмотрена для тех, кто хочет в конце сдавать зачет. Сделать реферат по одному из докладов. Какие требования к реферату? Какие требования? Чтобы по... Ну, не очень большое не надо, там, страницу, чтобы можно было получить какое-то... Всегда найдется вопрос. Значит, наряду с избыточностью, которая вот, да. Где запрещается неправильное управление, да. Так, у человека есть такое. И есть недостаточно. Человек встречается с массой ситуаций, в которой он не может принять решение. В этом смысле у системы управления есть недостаточность. Я прав? Сейчас. Ну, ясно, что вся физика всегда права. Пару технических вопросов. Значит, хоть кто-нибудь, у кого адрес на Mail.ru получал рассылку? Нет.